Игра возобновлена. Кому навешать? Жду не дождусь! Веспяновый гейзер иссяк. Все понятно. Что не дождусь? Выполняю!
Точно! Будет сделано! Есть, сэр! Все понятно! Есть работенка. Кого подлатать? Подишь ты. Есть. А? Чего пугаешь? Ну да, конечно. Есть? Что происходит? Еду. Есть работенка. Кого подлатать? Есть работенка. За дело. Что происходит? Как скажешь. Выкладывай. Точняк. Ага. Ура! Сверхурочные! Ну да, конечно. Чего пугаешь? Кого подлатать? Что стряслось? Есть работенка. ПСМ готов. Будет сделано. Что ПСМ готов. Кого подлатать? За дело? Что происходит?
готов. Что еще? Время действовать. Меня на всех хватит. ТСМ готов. Что стряслось? Да, да. ТСМ готов. ТСМ готов. ТСМ готов. ТСМ готов. Доктора вызывали? ТСМ готов. Пошло-поехало. ТСМ готов. ТСМ готов. Доктора вызывали? Высылайте подмогу! Ложись! А! Чего пугаешь? Бегом, марш! Доктора вызывали? Время действовать. Кому навешать? Доктора вызывали? Сейчас рванет! Давай, удиви меня! Понял. Дороги!
скажешь. Свистни. Задавим их интеллектом. Вооружен я. Приказы будут? Я уже заждался. Есть работенка. На твой счет. База атакована. Месторождение минералов выработано. Давно бы так! Отлично! Выноси! Приказы будут? Заставим их интеллектом! Конечно! Жду не дождусь!
сейчас заберут артефакт. Артефакт у нас. Сматываем удочки. Я совсем забыла, какой ты изобретательный, Джин. Но я не повторю эту ошибку. Черриган. Интересно. Разве уголовникам давали доступ к нашей базе данных? Просто стараюсь быть в курсе событий, капитан. Я смотрю, этой королевы клинков все боятся пуще смерти. А по мне так ничего особенного. Ты понятия не имеешь, кто она, верно? Мне-то какое дело? Ну, а Джиму дело есть. Они были близки. Погоди-ка. В смысле, они того этого? Очевидно, она была другой, пока ее не забрали зерги и не превратили в это. И Джимми винит в этом себя. Честно, если мы встретимся с ней лицом к лицу, не знаю, что он сделает. Такой женщине только одна дорога. Я застал Тайкуса за сбором информации о Керриган в нашей базе данных. Не знаю, какую игру он ведет, но доверять ему нельзя. Мэтт, мы с Тайкусом дружим уже давно. Вместе прошли через многие неприятности, и он ни разу меня не сдал. Когда легавые нас прижали, он взял всю вину на себя. Я начал жизнь с чистого листа, а его упрятали за решетку. Я понимаю ваши чувства, сэр, но... Я перед ним в долгу, Мэтт. Хватит об этом. Слушаюсь, сэр. Ты вроде как снова в деле, Рейнер. Видимо, тебя ввели в курс событий. Именно так, мистер Хилл. Чтобы противостоять зергам и доминиону одновременно, мне понадобятся люди. У тебя есть свободные наемники? Как началось нашествие, мои ребята на расхват. Но твой бармен делает божественный майтай. Так что, конечно, у меня найдется для тебя парочка интересных предложений. Вы сама любезность, мистер Хилл.
Надо бы его снять. Хотя ребятам вроде бы кажется, что это круто. Я уже отработал. Дайте отдохнуть. Иногда не вредно расслабиться. Ты ведь сюда не со мной поболтать заходишь. Тони Вермиллион в прямом эфире из студии UNN. Сегодня мы поговорим о печально известной королеве клинков. Ученые и военные предполагают, что эта загадочная особа появилась вследствие мутации человеческого организма под воздействием вируса зергов. Верно, Донни. Может ли быть так, что в теле предводительницы зергов бьется человеческое сердце? Меня беспокоит другой вопрос, Кейт. Значит ли это, что возможен союз между тиранами и зергами? Донни, у нас нет абсолютно никаких подтверждений того, что после заражения тираны сохраняют свободу воли. Вы правы, Кейт. В таком случае остается один вопрос. Как убить королеву клинков? Это серьезный вопрос. Если ее не удастся нейтрализовать, то человечество обречено. Знаешь, к кому обратиться? Твои приятели Мёбиуса случайно не упоминали, что королева клинков тоже положила глаз на артефакты? Слушай, они просто дают мне инструкции. Да и какая разница? Нам все только спасибо скажут, если мы прикончим эту тварь. Я думал, что у тебя все вертится только вокруг денег, Тайкус. А почему бы мне не помочь человечеству и заодно не подзаработать кредитов? Да уж. Сэр. Когда у нас откроется лаборатория? Было бы здорово начать исследование. Работаем на полную, сэр. Вы в порядке, сэр? Встретить Керриган после стольких лет... Мы должны остановить ее, Мэтт. Чего бы она ни добивалась. Что ж, сегодня мы ее обставили. Очевидно, ее тоже интересуют эти артефакты. Знать бы, зачем они ей. Что же я хотел сделать? Должен сказать, шеф, увести артефакт из-под носа и у зергов, и у протосов – это высший пилотаж.
слышал, что могучий Джим Рейнер снова в деле, но не при деньгах. На Редстоуне самые ценные ресурсы в округе. Но когда здесь появились зерги, килмарийцы резво собрали чемоданы и смылись от греха подальше. Деловые люди могут неплохо раскрутиться на этом предприятии. Если ищешь легких денег, прилетай на Редстоун. Всем, кто слышит это сообщение. Зерги напали на Агрин. У нас небольшая сельскохозяйственная колония. Доминионцы сбежали. Нужно эвакуировать людей, пока зерги не добрались до поселения. Если вы слышите это сообщение, помогите. Входящее сообщение. Спасибо, что откликнулись на мой сигнал, командир. Я доктор Ариэль Хэнсон. Я представляю население колонии Агрия. Очень приятно, док. Можете звать меня Джимом. Что у вас стряслось? Зерги разрушили нашу планетарную защиту. Колония обречена. В течение последних 12 часов мы эвакуировали людей в ближайший космопорт. Но зергов становится все больше. И теперь добраться до кораблей не представляется возможным. Если вы возьмете на себя защиту шоссе, мы сможем отправлять оставшихся колонистов группами каждые несколько минут. Не беспокойтесь, док. Мы проведем ваших людей к космопорту в целости и сохранности. Надеюсь, что у вас получится, командир. Зерги оказались гораздо ужаснее, чем я могла себе представить. Тебе огнеметчиков. Сегодня на обед будут хорошо прожаренные зерги. Запах победы. Пылу жару. Сгораю от нетерпения. Шашлычок. Выжим тут все. Слава богу, вы прилетели. Я передам вам управление над основными зданиями колонии, чтобы вы могли помочь нам с эвакуацией. СМ готов! Нам предстоит конвоировать колонистов к космопорту, чтобы дать им шанс выбраться с планеты. Из поселка скоро отправится первая группа колонистов. Залит под завязку. СМ готов.
что происходит? Кого подлатать? КСМ готов. Требуются дополнительные хранилища. Выкладывай. Требуются дополнительные хранилища. Что бы ни случилось, не останавливаемся. Вперед! Хватит прохлаждаться. Меня на всех хватит. А! Чего пугаешь? Так скажешь. Кто-то догадался построить бункеры вдоль дороги. Но почему у них никого нет? Когда зерги напали на нас, войска Доминиона бросили бункеры и сбежали. Им было плевать на судьбу колонии. Сожалею, док. Что ж, по крайней мере, бункеры удачно расположены. Надо будет направить туда солдат. А? Ура! СМ готов! Сверхурочный! Войска союзников атакованы. Сейчас рванет! КСМ готов! С пылу с жару! Сгораю. База атакована. Терпение. Приступим! Мы теряем время. Только свистни. Кого подлатать? Да, да. Говори. Да ладно. СМ готов. До космопорта путь не близкий. Мы не сможем охранять все шоссе. Что будем делать? Можно закрепить за группой колонистов мобильный отряд. Или построить еще бункеры для защиты шоссе. СМ готов. Пошло-поехало. Есть работенка. Высылайте мешки для трупов. СМ готов. Конечно. Почему бы и нет? С удовольствием. Еще бы. СМ готов. Скоро выходит следующая группа, командир. Подготовьте своих людей. Гуляем за мой счет. Что происходит? Эй, СМ готов! Что стряслось? Точняк! Хватит прохлаждаться. Сейчас рванет.
Что еще? Точняк. Езжайте в космопорт! Быстрее! Чего пугаешь? Вижу все по-взрослому. Есть. ТСМ готов. Буди. Меня на всех хватит. Выкладывай. ТСМ готов. База атакована. Мы теряем время. ТСМ готов. Войска Союза. Колонисты в опасности! Прикройте их! ТСМ готов! База атакована. База атакована. Доктора вызывали? ТСМ готов. Доктора вызывали? ТСМ готов. Как скажешь. ТСМ готов. Что происходит? Что стряслось? Командир, скоро мы отправим еще одну группу. Да. Пристройка завершена. Только свистни. Все по-взрослому. Подождите нас!
Будет сделано. Водишь ты. Кого подлатать? Ура! Сверхурочные! А? Точняк! База атакована. Напали! Мы должны их спасти! Утка подгорает! Ага. Пошло-поехало! Улучшение завершено. Еще. Кого подлатать? Есть. Говори. Только что обнаружили зерга в верхних слоях атмосферы. Точных координат дать не могу, но эти твари направляются к вам. А! Чего пугать? Что стрясло? Выкладывай. Есть работенка. А? Что происходит? Есть работенка. Сейчас рванет. За дело. ФСМ готов. Командир, очередная группа колонистов готова отправиться в путь. ФСМ готов. Так точно. ФСМ готов. Улучшение завершено. Кто на новенького? Месте. Поехали! С дороги! Вооружен и опасен! Бегом!
Брось дороги! Напали на конвой! Поджарьте их! Кому навешать? Прочь с дороги! Будет сделано! За твой счет! Утка подгорает! Что происходит? Доктора вызывали? Доктора вызывали? Зерги на дороге! Огонь! Задавим их интеллектом! Есть работенка! Будет сделано! Давай, удиви меня! Сейчас рванет! Прочь с дороги! Вижу все по-взрослому! Сэр, недалеко от вашей позиции зафиксирована сейсмическая активность. Думаю, это какой-то подземный зерк. Замечательно. С ними, как всегда, не соскучишься. Есть, сэр! Так точно! Ложись! Как скажешь! Сейчас прошло, поехало! Мои люди почти готовы, командир. Скоро отправляется очередная группа. Делаем. Кому навешать? Превосходно! Игра приостановлена.